Еще одна трагедия на воде. В Урае утонул мужчина. Это первый несчастный случай в городе в нынешнем летнем сезоне. А вот в регионе уже шестой. Четыре человека погибли, двух ищут. С места происшествия моя коллега в Урае Ольга Ускова. Вот здесь, на реке Канда, примерно в этом районе и произошла трагедия. По предварительным данным, мужчина рыбачил, распивал спиртные напитки. Здесь же, на берегу, отдыхала не одна компания взрослых людей. Между делом мужчины решили искупаться. Один из них так и не смог вернуться на берег. Все произошло ночью. По словам очевидцев, мужчина заплыл слишком далеко и не справился с течением. Начал тонуть. На помощь утопающему бросился один из прохожих, гуляющих по набережной. И сам чуть не погиб. Вовремя подоспели спасатели. Предположительно утонувший со стороны, где у нас пристает Заря, который ходит на Кузьмичи. Вот он выплыл на середину речки, его течением понесло, и здесь он барахтался и утонул. Ну, больше всего предположение, что, во-первых, этот человек больше всего что испугался, паника, и поэтому произошло. Ну и по словам свидетелей, он еще был в нетрезвом состоянии. Это тоже могло сыграть большую роль в гибели человека. Пока найти утонувшего не удалось. Впрочем, как установить личность мужчины? Спасатели в эти дни обследуют место трагедии с помощью эхолота. Позже приступят к водолазным работам. Купаться в черте города категорически запрещено. По всему берегу установлены соответствующие знаки и информационные стенды. Однако многие урайцы игнорируют предупреждения. На так называемом пляже в жаркие дни отдыхают десятки людей. В выходные их число увеличивается в разы. Большинство лезут в воду, несмотря на запреты. Выявляются такие факты с помощью установленного в городе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Оперативно-дежурная смена производит мониторинг. Мониторинг береговой зоны выявляет места, где люди купаются. Уже к этому месту направляем полицию, спасателей для проведения профилактической работы и предупреждения несчастных случаев. Урай в прошлом году пережил две трагедии на воде. В одной из них погиб подросток. За последние 5 лет вода унесла 7 жизней. Ольга Ускова, Александр Усков,